Всем привет. Приехали к Саньке в гости. Привет, Санек. Привет. Ты кто такой? Да. Бронислав, сейчас не обращаешь, привет. Вы кто такие вообще тут нарисовали? Ага, захват, захват. Прямо из Германии из Бергачи. По сути, показать нечего. А нам не надо ничего показывать, мы сами все посмотрим. Он сейчас все посмотрит. Полуподдон. Поддончики. Не-не-не, паузу не буду делать. Все показываю людям как есть. Ключи возьму, не буду людям ключи показывать. Нет, домик. Я ж хочу, я в этом году ж купил этот, ну, дерево буду тоже делать. Хочу делать. Сегодня такие крыши капают. А сегодня встретение, значит, весна будет теплая и ранее. Весна будет теплая и ранее? Да. Ага. С крыши капают. О, улей знакомый. Опять реклама Фадеева это. Как он уже надоел, этот Фадеев? Везде его реклама. И в Германии улей, и в Дергачах улей. Улей-лежанка. Тут спрятано его. Чего? А тут пчелы есть, да? Да. Это я один оставил. Говорю, все спрятано, потому что были тут... Это испытание у тебя, да? Инциденты были, что народ... лазили, в общем, тут у нас. Ну, я смотрю, ты его не красил или красил белый? Не красил, я его не успел покрасить, потому что я их переселял в ноябре. Ну, а я те, что не красил, они пожелтели, малеха. Жужжат. Пчелки жужжат. Жужжат. Это, кстати, вот этого товарища Б3. Бронислав, похоже на Б3? Закрывай. Ну, темненький, это что-то сам уже дочки. Но она вообще темненькая, темно-коричневая. Ну, Б3 у вас, я так понял, хорошо пошла, да? Ну да, удачно. Их же много очень завезли. Это ж Б21 БЗТФ на 46-го трута. Просто приехали вы как бы. Не, так, сезон. Так это ж круто, когда это. Это пчелолежанка. Ну, я понял, а что ты ее закрыл, заградил? Ну, потому что от снежка, видишь. Класс дал. Осадки. Санька, не надо, не надо. Осадки. Ну, мы нет. С женой вдвоем я тут отлично ложусь. Ну, пчелы там есть, не? Да, а, да не надо, пускай, шифер. Она тут внизу утеплена пенопластом пятеркой по периметру, а вверху и просто... заселена пчелами. Да, а вверху просто сделана вагонкой обшита и крыша утеплена. А ты покупал или сам делал? В Западной Украине привезли. Он, видно, еще кроликов держит. Да тут, нет, на зиму я их вырезаю, потому что сюда ездить. Хотя 12 километров от дома. Примета. Слышь, Саня, а тут у тебя для полива или, ну, вот? Да, для полива. Там в конце у меня растет фацелия. А, у тебя там это? Для... Да, много земли. Вот тут до конца деревьев вся земля моя. Ух ты, еще и шляпу там можно кидать, да? Чтобы огурчики посадить. Да, а вот справа, видишь, он справа там. Эти самые, там я в прошлом году посадил 25 акаций. Хоть бы трава. Да, я понял. Короче, ты... Медовое якесь дерево прислали хлопцы с Закарпаття, тоже 8 штук. Туда в кит. Понятно. Ну, пошли. Сюда. Ну, сюда. Слышь, Сань. Ну это ж сейчас реклама пойдет вот этого пенопласта, никому не нужного. Это, ты скажи мне, пожалуйста, зачем ты вот это непотреб купил? Что ты, рекламы пересмотрел или что? Ну, так купился же, да. Не, ну, да, не, давай, давай без, не, без шуток, вот серьезно, зачем ты взял вот эти же, какие у тебя цели? Вот у меня цель матководство, в первую слово, вот в этом. Ну, у меня тоже есть 4 ушки своих. Как бы, мне нравится, как они развиваются. То есть этих... ты тоже типа для матков. Ух ты, там что-то есть. Или для пакетов, или. Просто есть люди, я знаю, которые брали специально для пакетов. Для пакетного пчеловодства. Тебя, твоя. Мне интересно, смотри, твое в мнение. В этом году я попробовал. У меня так получилось, что Горе Мастер сделал мне плохие корпуса. Угу. На рутовскую рамку. Не 250 высота, а 235-238 получилось. Что за мастер такой? Сереженька тут. Есть такой, да? Бобер. Ага. Понятно, рекламу не будем. Не будем обзываться, может, он так. Ну, я понял, общем, может, так получилось. Не суть. То есть корпуса такие для семей не годятся. Угу. Я взял их, поделил на 3 части и начал у них выводить маток. А, ну, короче. Заселял я их одна рутовская рамка.
расплода и одна кормовая. Отлично. И они сейчас вот зимуют в сарае, посоединял их, все нормально. Блин, Брониславич, ну... Брониславич, это неожиданно. Вот эта реклама, вот эта реклама зайдет точно. Не, Саня, ну ты так и не ответил на вопрос, зачем ты купил именно вот эти ульи? Потому что они теплые, мне очень сильно понравилось в прошлом году работа с ними и в мотководстве, и плюс, то что вот у меня сейчас там в сарае зимует перегородка по 3 рамочки. Угу. То есть пакет с такого продать аж бегом можно. То есть он, ну... Супер. Ну, я понял. Мне ты можешь не сказать, я сам с ними. А что вот это? Фига? Это я канди, сейчас ее, кстати, надо забрать. Я-то знаю, что это канди. Где ты взял? Или что это? Это канди я брал у Бороды. У Бороды, да. Это у Саши, как... Маринюка. Маринюк, Саша. Классный канди. Это тоже реклама канди будет. Да. А вот это улей ты взял? Или это уже... Это новый улей, который в этом году я заказал. Здесь 20 комплектов, еще 60 должно доехать. Ты планируешь расширяться, да? В пчеловодстве. Пытаюсь. Серьезно? Или не будем о планах? Ну, короче, я вижу, знаешь, по улях, ну, ульи есть. Бог даст, все будет нормально. Планирую 100, а там как Бог даст, потому что... Я желаю тебе удачи, как говорится. Это все пока. Знаешь, хочешь рассмешить? Да, это расскажи, да. Расскажи о своих планах. Это да. Ты видишь, я тут не могу помочь, Денис, потому что... Потому что рекламу тебе снимаем. Поэтому, Ванька, они супер прочные, они классные. Не знаю, я там хозяйство вот это, которое выкупаю, там через 6 километров есть акация, якобы. Я еще не видел туда посмотреть. Этот человек мне пасечник рассказал. Хочу попробовать даже этот шестирамочный. Если в нем будет отводок нормальный, разовьется до акации, то можно кинуть сверху магазин. И еще, как ты, бочку меда взять с них. Ну, я тебе могу дать 99,9%, что тебе понравится. Одно, что смущает многих, это типа первое заселение, много пчелы надо. Но оно все нивелируется тем, что качество матки, есть мед, есть взаимозаменяясь, очень удобно работать с ними. Матку и можно передержать. Держать можно весь сезон и всю зиму. Они зимуют, вот у меня карника зимует на 3 рамках без проблем. Многие не верят и так дальше. Ну, то такое дело. Пускай не верят. Ну, так наши... а что не верить? Ну, он у меня в прошлом году баква съел. Самая, Брониславич, АБ-71, самая большая семья съела 6,2 килограмма. На 3 семьи стояла на 3 весах. В этом году на 2 весах, потому что они поломались. Вот 6,2 съела АБ-71, Брониславича семья на 7 додановских. 7 кто работает, тот знает. Тут рассказать нечего. Просто есть как бы люди, которые не верят. А у тебя есть вообще канал на пчеловодстве какой-то? Есть Александр Харченко канал. А, хорошо. Там чуть-чуть народу. Зайдем посмотрим. Особо. А я подписан на тебя? Подписан. Видишь, ты не знаешь своих подписчиков. А я подписан на тебя, я слежу за тобой. А вы подписаны на мой канал? Я за многими слежу. А это уля бесплатно, честь канала. Это я обзор снял, понял? А, это реклама? Это все реклама? Обзор снял бесплатно. Там зимовка, ну как Денис Ахадеев, 30 штук упало. Ули с машины вытащил? Не, это же его. Брониславич, ну вы как авторитетный пчеловод, буквально два слова. Вы видите перспективу этих улей или нет? Возьму, попробую. А, вы их тоже хотите попробовать? Да, но я буду с полурамкой работать. Не, ну мы знаем, что... А ну вам надо, Бронислав. А что, надо? У вас пенополиуретан. Пена дороже в 1,5 раза. Получается. Она дороже просто, да. По цене. И как магазин, если комбинированный улей, можно, допустим... ППУ гнездовыми корпусами, но надо тогда делать, чтобы они же взаимозаменяемы были. Ты знаешь, Ван, я после того, как мы попрыгали на них на Бжелязском кругу, это было, ну, трэшевое видео. Это было 1000% в голове, что я их беру, потому что я думал, да, ну, наверное, хлюпкая. Ну, ладно, я там дрыщ прыгал, а прыгали-то кабанчики такие. Пасечник, еще там больше человек будет. Я к тому, что, я почему, я думал, что они слабые, потому что я делал изначально, у меня были три улья с
ЭППС? Нет, пенополиуретан. Ну, полистирол, дом чем обшит. Ну да, но там плотность. Но там Дятлы раздолбали, думаю, ну нет, это мне по-любому не годятся для дальнейшего. Ну вот это в этом-то и проблема, что многие думают, что раз пенопласт, значит ему капец будет. Понятно, что если ну, дятел есть, то он ну, по-любому будет, он не дерево долбит. Зеленого надо найти. Ну да, да. Вот в моих условиях я возле леса дятла не обнаружил. А еще только что ехали с Брониславичем, классную идею. Он мне же говорил просто, я ну, о том, что зимовать, если на улице, то друг другу ставишь. Да, прицепь. Они между собой тепло. И ну, образует как общий клуб. Что клубы открываешь, и клубы да. Так да, да. Между стенок полистирольных. Саня, это... Подарок. 4 магазина. О, это за рекламу. За... Да. Это за рекламу. Потому что если можно будет и мед с них собрать, попробуешь. Класс. Спасибо большое. 4 магазина 145. Ну, мам, мне Бабы. Таких подарков не дарил. Это наш. Заслужил. Видеоотчет надо. Это же мы просто 89-го партия. Да, понял, да, это ты старик. Я понял. Короче, эти ули ты просто из-за дружбы, из-за рекламы. Не, ну, ну все, все, я понял. Каждому корыстный, свой, поэтому... Ну ладно, передай подписчикам своим привет. Всем подписчикам привет. Подписывайтесь на канал Александр Харченко и Иван Фупро. Счастливо. Все любят. Все да? Любят, когда показывают. Да. Ну, ничего. Деловой беспорядок. Деловой беспорядок. Знаешь, как людям, между прочим, интересно посмотреть, у кого что. Вот я смотрю, например, вот решетки. Это же интересно многим, потому что никто не знает, что это за решетки, где их взять. Есть. Это решетки харьковские. У меня тут еще и мыши есть. И мыши есть, Брониславич. Я же вот вам рассказывал, что в Нижнем Улье вот там завелась эта. Как она? Ну, землерой. Шо, да, шо, голова у нее маленькая. Саня, а ну давай бегом скажи, отчет по этих решетках. Нормальные, не? Я очень доволен, они мне безумно нравятся. И цена у них при этом, что они дешевые. Это АВВ-100, да? Классная, все равно. Нет, это Днепропетровск. А, Днепр. Якобы. Ну, АВВ-100 тоже таки делает. Да, это я вот так и скиду, ничего. Потом обтрусил вот так, они замерз воск. Отбил друг об друга и все дела. Тут у меня помещение изначально строилось для... Пчелок, все. Эти мыши залазят вот сюда. А ну, а ну. Ага. Нету, нормально. А, так тут пчелы здесь? Да. Это есть. Это, кстати, рыженькие. 117 лягустика. Ага. А ты в поисках пчелы? Я или в поисках нет? Пчелы. Я не, наверх вылазит, если что. Не ярый фанат никаких пчел, просто проблем. Почему я перешел изначально, начал пробовать бахнуть? Потому что тоже есть. 4 года назад у меня безумно зародилась вся пасека, когда она у меня была 19 семей. Я приезжаю на выходных, и а у меня есть пчелы. Да, а у меня сплошное роение. Нормально. Это, кстати, Вальчука. Племенная? Да, 54, да. Теплова. Бакфаст. А у тебя преимущество на бакфаст? Сетку не перекрыл снизу. Не, я тут подложил рамочку, принесла, видите? Там он есть, да, я тоже себе ложил. Потому что тут чуть-чуть сырости есть. А, ну и улей, я смотрю, у тебя много. Есть улей Фадеевым? Ну, ты уже... Вот, смотри, я был на больничном в ноябре, получилось 12 градусов тепла, и я с деревянных, вот таких вот, которые по 3 отделения, там некоторые были... Сильный, ну и мало было места. Я их сюда поперекидывал. Да, да. 19 ноября, по-моему, я перебирал. Ну, там есть снуки засыпные. А что тот на улице остался? Один. Эксперимент? Да, он эксперимент. Белый, думаю, снегом занесет, никого не видно. Не, эксперимент их, надо. Они все стояли на улице, и, как вы сказали, друг другу. Но потом, когда я услышал мамы, что полазили там через дом, у меня у соседа дом вынесли. У меня тут, в принципе, и брать нечего, потому что я тут не живу. Они шпорт отломаются. Да, 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 да. Я хотел Ваньке показать засыпные, но я до них, наверное, не долезу, потому что... Ну, ладно. Так, ули у тебя есть, вижу, пчелы, значит, есть. Что у тебя, ловушки есть, роиловишь, да? Да, я очень кстати, сильно этот самый, под... Саша, болею. Может, кому-то пригодится. Вот это зерно красное стоит. Бери в магазинах все зеленое, черное, там, разве. Смешивай все до кучи. Да, и да, они, да, бывают, да, выедают, да, что-то дно. Дело в том, что вот там на основном точке, там, где сейчас семьи зимуют в хате в старой, они повыбирали гранулы. Ох, вот эти, как отруби, вы поняли, такие подолговатые. А семечка лежит синяя, там это все, все пооставалось. Если макуха где-то попадется, просто с макухой чуть-чуть. Запах, чтобы добавляло, да? А вы, Иван, не рай ловите? Я ловлю, но я ради хобби, это у меня хобби. А у меня тоже хобби, 70 ловушек, но я только 40 вешал. У меня хобби, но чем дальше в лес, тем меньше времени. Очень сильно. Так, кондуктор. Кондуктор Сан Санычем сделан на коленке. Да, я знаю.
тем толще партизаны. Да, да, да. Просто уже времени не хватает. У него тоже, кстати, есть канал, подписывайтесь, потому что Сан Саныч? Да, он обижается, что мы его не лайкаем там. С Маликом наезжаем. Ну ладно, лайкаем мы. Я лайкал недавно. И Брониславича есть канал, да? Есть. Геннадий Измайлов, да? Ванька, ловушки у меня самые простые, он, видишь, наверху стоит. Да, да не, ну она чем проще, тем эффективнее. Я, между прочим, тебе поделюсь, вот эти вот ловушки, они были разделены, они там двухъярусные. И сколько ты поймал, лучше скажи? Да, в прошлом году я поймал 25 раев. И из этих 25 раев я взял 200 рамок суши на 145 рам. А тебя не боишься занести заразу? Вот, ну, я говорят, ты не боишься? То там заразы нет. Так а что, я чем занести? Я же не рамки у кого-то беру. Не, ну просто. Просто я сам ловлю, и мне спрашивают, вот ты заразу там. Вот кто хочет завестись рамками 145-ми, тот может делать вот так ловушка в два слоя на 145-ю рамку. Отличная тема. Подожди еще раз. Как это ловушка в два слоя? То есть, нет, а расскажи, ладно, не лезь туда, там пчелы. Внизу, она вот так разделена, внизу есть планки, стоят рамки полностью 145, 7 штук. И вверху. Но вверху сделаны плечики, что они вот так поднимаются. Да, я понял, чтобы вытащить нижний ярус. Благодаря этим ловушкам я на пасеке 3 года назад завелся 145 рамкой под мед. Я раззадул, то есть я понял. Мне раи, которые пойманы. Раи тебе оттянули рамки на 145. Да, мне раи дали 200 рамок. Я понял. Это у тебя поилка, ну я понял, да. Это только навес, ну чтобы она тут соленая. У меня три их тут соленая, подслащенная и обычная. Угу. Стоит с аквариумом. А внизу вот это трехрамочные, да, ну или да, нет? Да. Они вот так поделены. Да, поделены. Угу. Ну, в общем, короче, якось так, хлопцы. Нормально. Тут у меня рамочки днепропетровские, очень классно. Уже в этом, на этот год я себе сделал объем с запасом. Угу. Ващина в доме хранится, так что можно сказать, что к сезону готово, там будем посмотреть. А это вот надо взять на выставку Мирмуз, да. А, ну бери. Алюминия, листы. А ты, я знаю, листами алюминием вот такие торгуешь, да? Да, ну, торгуешь, как бы на крыше. Торгуешь, но большие с ними постоянно проблемы. Но все равно это, что... а что за размеры? Многие просто спрашивают, лично у меня, где взять это? Я вот продаю, я знаю, что я продаю изначально постоянно одного размера, он самый, я считаю его самым универсальным, 760 на 600. Ага, а цена какая? Ну так, это примерно самый, на сегодняшний день. На сегодняшний день 25 гривен. А как вот кто хочет заказать, как тебе найти? По телефону? По телефону. Или как? Как тебя найти, чтобы купить? Вот кто-то хочет. Да есть на Фейсбуке Александр Харченко. Можно телефон внизу. Ага, ну короче, там я понял. Вот они, кстати, обшиты. Легко и просто к ним степером сбиты. Да. Ну, я сам обшиваю такие. Мне очень нравится тем, что я на них пишу. У меня нет журнала пасеки. Да, да. Я на листах пишу состояние семьи. Вот, допустим, видишь. Да, марки на написано, сразу уже видишь. 5 корма, 23.09. Это я собрал их в зиму. 23.09. 5 корма, все. Ну, как бы. Ну, Санька, давай, а то пчелы, мы тут сильно так раскричались. Раскричались вы сильно. Да. Закрываем. Сейчас поедем дальше. В смысле, куда? Поедем в Зулочевские степи.